Всем привет, с вами мистер Ютуб. В этом видео я покажу вам, как изменилась популярная девочка из рекламы сока. А ты можешь всю пачку выпить? 2 литра? Не могу. Яна Шпак родилась 27 января 1997 года в Лос-Анджелесе. В 2-летнем возрасте вместе с родителями переехала в Москву. Уже через год фотоснимки маленькой Дианы попали в московские актерские агентства, а несколько удачных снимков сразу нашли свое место на обложках журналов и книг для детей. Почти сразу Диану начали снимать в рекламе, сначала для киндер-сюрприза, а затем в рекламе сока «Фруктовый сад», где Диана предстала в образе сливы лиловой, спелой, садовой. Я слива лиловая, спелая, садовая. Прославил же Диану рекламный ролик «Сока моя семья», где она произнесла свою коронную фразу «А ты налей и отойди». Ты же лопнешь, деточка. Пап, а ты налей и отойди. Благодаря этой работе она получила приз за лучший женский образ 2003 года на 13-м Московском международном фестивале рекламы. Благодаря успехам в рекламе на Диану обратили свое внимание и кинорежиссеры. В 2004 году Диана снялась в сериале «Грехи отцов» в роли Киры Павловской. В 2005 году она приняла участие в съемках полнометражного детского фильма «Лесная царевна». В том же году Диана была утверждена на роль Лизы Орловой, дочери главной героини в сериале «Люба, дети и завод», а также озвучила 2 мультика «Спасатели», «Оливер и компания». В фильме «Ужас Амитивилля» Диана озвучила героиню Хлои Морец. Я видела ее. Тебя Джоди не тронет. Но дядя, который здесь живет, она сказала, что он плохой. В течение 2006 года снялась в эпизодических ролях в фильмах «Неваляшка», «Комната потерянных игрушек» и в сериале «Сделка». В 2008 году приняла участие в съемках фильма «Трое с площади Коронад» в роли Любки Потапенко. А в 2009 году на экраны вышел фильм «Юленька», в котором Диана играет роль Марины Шимадиной, одной из подруг Юленьки. Также в 2009 году на Первом канале транслировалось интеллектуальное шоу «Сокровища нации», ведущими которого были Диана Шпак и Марк Тишман. Позже Диана приступила к написанию собственной книги, и в 2015 году печатное издание поступило на прилавки магазинов под названием «Инстадруг». В 2016 году Диана закончила работу над 2-й книгой, которую назвала «Океан», и приступила к написанию 3-й книги «Я гуляю с убийцей». Сейчас Диана Шпак живет в Лос-Анджелесе и пробует себя в качестве сценариста. Надеюсь, вам понравилась история о прекрасной актрисе Диане Шпак. Напишите ваше мнение в комментариях, а также пишите, о ком хотели бы увидеть следующее видео. Поддержите мой канал лайком и поделитесь этим видео с друзьями. И спасибо вам большое, что посмотрели это видео до конца. Пока!